сейчас на площади имени Ленина ахтубинские выпускники прощаются с детством и готовятся вступить во взрослую жизнь. Сегодня они не думают о выпускных экзаменах, а лишь о моментах, проведенных вместе со своими друзьями. Алые паруса 2022. В добрый путь! День разделился на до и после. Еще утром выпускники стояли на торжественной линейке со слезами на глазах. Прощались с родной школой и любимыми преподавателями. Мне очень было волнительно, когда все выступали, первоклассники, наши ребята читали стихи, танцы. Сейчас, не знаю, хочется как будто этот путь еще раз пройти, честно говоря. Вот. Очень грустно на самом деле. Вот. Но у нас еще впереди концерт учителям, выпускной. Ну, так что это еще не конец. Это очень волнительный момент, и вот знаете, как бы вот частичку своей души ты выпускаешь вот в жизнь, да? Это нужно просто пережить, да, вот это чувство. Ну, хочется пожелать ребятам, чтобы они, конечно, определились, нашли свое место в жизни. Ну и, конечно, сначала им нужно хорошо сдать экзамены. Хочется добавить, чтобы наши ребята никогда ничего не боялись. Верили в свои силы и вот шли смело по жизни. И самое главное, еще не боялись просить помощи, потому что бывают такие ситуации, когда им, может быть, будет казаться, что они одни. Они должны знать, что всегда есть люди, которые им помогут. Вечером того же дня собрались под алыми парусами, безудержно танцевали, пели и радовались жизни, закрывая страницы 11 лет школьной жизни и открывая новую главу. Школа позади, впереди только светлое будущее, новые друзья, возможности и города. Настроение просто восхитительное, праздник очень нравится. У них настроение плохое, они завтра экзамен пишут. Я не пишу завтра экзамен, я завтра спать буду. Вот это поворот! Я с первой школы, сегодня у нас была замечательная просто линейка, настроение супер! Скоро экзамены, но это нам не мешает, мы отрываемся по полной. Какой экзамен завтра пишешь? Химию сдаю. Очень волнуюсь, но я уверен, все нормально будет. Типа, не зря время тратил. Но в целом мне нравится то, что город устраивает такие мероприятия для выпускников, помогает расслабиться, как вот для нас, типа, в последний вечер. Не самый спокойный, конечно, но хоть чуть-чуть, типа, расслабиться. Но это радует. Ну, кое-какие мысли есть, но иногда их нужно отпустить и просто повеселиться, я считаю. Сейчас самый подходящий момент для этого. Нет еще полного осознавания то, что школа закончилась и что через 5 дней мой первый экзамен. Ну, ничего, все сдают и мы сдадим. В этот день выпускников поздравляли представители районной и городской власти, директора школ, родители и педагоги. Все как один желали быть счастливыми и найти свое место в жизни. Свою энергетику и позитивное настроение выпускникам дарили творческие коллективы Ахтубинска. We'll be right back.
со сцены, напоминающей фрегат с алыми парусами. Звучали современные композиции, сопровождаемые энергичными танцами. Это энергичный танец. Скажите, откуда вы? Мы из первой школы, 11 класс, выпускницы. Вот. Какие у вас планы на дальнейшую жизнь? Пока что нет планов. Сегодня такой день важный. Мы отрываемся в последний раз, расслабляемся. Все хорошо у нас. Скажи, что ты сегодня чувствуешь? У тебя 11 лет пролетели, наверное, как за несколько дней. Немного ощущается страх перед дальнейшей жизнью, но я надеюсь, все будет просто прекрасно. А сейчас я очень рада, потому что день шикарный. Мы выпустились, это очень круто. Я хочу пожелать 11 классу удачи, чтобы они сдали ЕГЭ, потому что на следующий год нам тоже сдавать ЕГЭ. Это моя сестра. Чтобы у меня все было хорошо в жизни. И пусть все будет классно у всех. Спасибо. Одиннадцатиклассники не отставали. Любой из них мог дать фору каждому танцору и певцу. Скажите, а вы из какой школы? Нижневосточанская СОЖ. Супер! Желаем вам удачи на предстоящих экзаменах. Скажите, ну а сегодня ж какие у вас чувства, что вот школьные годы подошли к концу? И радость, и грусть, все смешано. И печально, и грустно одновременно, но мы счастливы. Что чувствуете сегодня? Заканчиваете школу? Пустоту в душе, как будто бы какую-то. И тревогу. Какие планы на будущее? Или сегодня о будущем не думаешь? Ну, хотелось бы не думать, но, наверное, единственный план – это сдать ЕГЭ. Пока что. Будем надеяться, что все хорошо сдаст и добрый путь поступать в высшее учреждение. А вы помните свой 11 класс? Конечно, помню. Что тогда ощущали, когда сами выпускались? Ну, не знаю, трудно сказать на данный момент. Ну, какой-то страх был, неопределенность, будущее, было страшно, что впереди. Надо бы идти домой спать. Кто устал, тот и слабак. Остановиться никак. Hey, 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 товарищи папа. День и ночь, это между нами. День и ночь, мы с тобой не рвали. День и ночь, это между нами. Не рвали, не рвали. Наравне с 11-классниками и выпускники 9 классов. И пусть многие из них через 3 месяца вернутся за парты в родные школы. Порадоваться за старших товарищей и друзей никто не запрещает. Здравствуйте, я из 6-й школы. Вот, мы с ним одноклассники. Закончили вместе, учились всю жизнь вместе. Ну вот, все, скоро экзамены и разбежимся кто куда.
от праздника ощущения просто отличные. Последний день, последние дни в этом городе. Все прекрасно. Думаешь сегодня о будущем? Или пока все оставляешь на второй план, впереди только несколько дней отдыха перед экзаменами? Нет, я и думаю, и отдыхаю вместе. Как у тебя так получается? Ну, времени еще много, поэтому получается. Я закончила 9 класс 4 школы. Дальше пойдешь или заканчиваешь обучение? Пойду до 11. Это твои друзья, правильно? Они заканчивают 11 класс. Что ты им пожелаешь сегодня? Ну, успехов, правильно определиться с профессией. Я закончил 9 класс. Ну, в дальнейшем буду идти в 10, получается. Настроение у меня вообще отличное. Атмосфера тут тоже. Вот. Ребята выступают классные. Что пожелаешь 11-классникам? Я пожелаю удачи, чтобы в дальнейшем они смогли поступить туда, куда они хотят. Вот. Ну, в принципе, все. Дальше все само придет. 11-классникам я желаю удачи поступить в колледж. Ну, и всего самого наилучшего. А ты сам какой класс закончил? 9. Чему тебя за 9 лет школа научила? Ну, школа научила стараться как-то ухаживать за кем-то, за собой, учить какие-то уроки и все. Заканчиваю 9 класс. Пойдешь дальше? Конечно, без сомнений. А что пожелаешь сегодняшним выпускникам, которые заканчивают 11 класс? Желаю удачи и набраться храбрости перед экзаменом. Нужно его сдать отлично. Ярким завершением вечера стала дискотека, на которой, по словам самих выпускников, они отрывались по полной. На часах 00, я старше на год, ты пришел в мой день. Значит, надо бы собрать друзей. Меня сегодня ты не жди домой. На часах 00. Я тебя люблю тебя, но не подходит, как будто бы это всегда. Но если ты
Сегодня было очень хорошо. И мы благодарны каждому из вас за то, что вы пришли на эту площадь. Я уверен, что на всех выпускных будет звучать еще одна песня «Басты». Я хочу сейчас вам предложить зажечь огоньки на ваших смартфонах и спеть куплет-припев. Уже нельзя, но мы не будем не слишком громко. Делай вопреки, делай от руки, мир переверни, небо прокинь. В каждом наброске, в каждом черновике учитель продолжает в своем ученике. Всю свою жизнь я иду ко дну, всю свою жизнь я искал любовь, чтобы любить одну. Они сказали, нас поздно спасать и нас поздно лечить. Плевать, ведь наши дети будут лучше, чем мы. Все! Лучше, чем мы. Когда меня не станет, я буду петь моих детей. Нас просто меняют местами. Круговорот людей. Ой, мама, спасибо!